еще. Volkswagen Passat 1.8 Turbo, 97 год. Ну, подвеска передняя, аналогичная Audi B5, Audi C5, А6, А4. Ну, с верхним болтом проблема. Вот у кого... Ну, на А6 уже алюминиевые пошли рычаги, на А4 и на Пассате металлические. Вот такой кустарный способ у нас есть. Вынимание верхнего болта, потому что они закисают практически везде. Сними перфоратор, блин. Строительный перфоратор. На гайку посвети, я вижу, она до упора дошла. Нет, еще не дошла. Ну, в принципе, вот так вот. Если так же будете делать, гаечку накручивайте обязательно, а то сними, перфоратор выгрызает. В начале болта, блядь, отсвечивает. Вот. Выгрызает сильную эту, и он может вообще соскакивать. Вот, гаечку накрутили, и, пожалуйста, можно вот таким способом вынимать болтик. Не вздумайте на алюминиевых рычагах. Там уши отламываются, гнутся. Ну, не гнутся, отламываются, стопудово, точно. Вот, всем удачи на дорогах, пока.